Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот этот сорт лентяйка в прошлом году многие хотели у меня выписать, но у нас случилась неприятность град, который повредил очень-очень много сортов, и многие они просто выпали из каталога. Сейчас я расскажу вам о нем и опишу и объясню, почему он так ценится среди вот садоводов-любителей. Написано: плоды размера XXL не пасынковица для открытого грунта. Но вот первое преимущество, что он вызревает в открытом грунте и что мало ухода требует, так как не нужно его пасынковать. Томат лентяйка. Новый низкорослый крупноплодный сорт сибирских селекционеров. Один из самых ранних урожайных и красивых крупноплодных сортов для открытого грунта. Созревание первых плодов на 95-й сотый день от полных всходов предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. То есть вот этот вот сорт нужно выращивать не в теплицах, а именно на улице. Сибирский сорт, он способен дать крупный плод и созреть в условиях открытого грунта. Куст низкорослый, компактный, пасынкуется до первой кисти. Интересная особенность сорта. Главный стебель вершкуется на высоте около 50 см. Обильный урожай плодов образуется на большом количестве боковых пасынков. Урожайность высокая, до 4 кг великолепных крупных плодов. Томаты ярко-красные, идеально гладкой сердцевидной формы, средней массы 300 грамм. Вес плодов первой кисти до 600 граммов. Вкусовая экспертно-дегустационная оценка – нежной сахаристой мякоти 4,8 балла. Это очень высокое по 5-бальной системе. Для получения более раннего урожая рекомендуется высаживать рассаду 45-дневного возраста. Так, все. Вот что самое главное, что я хочу, на что здесь сделать упор. Вот этот вот сорт, так же как петруша, у него нельзя... Но некоторые как считают, что если сорт не пасынковать, то значит можно удалять пасынки, можно нет. Вот на таких сортах удалять пасынки категорически запрещено. Что петруша, что лентяйка. Если вы отщипнете пасынки, ну, захотите сформировать более красивый такой куст, такой неразмашистый, то половину или даже 70% урожая вы потеряете. Именно на пасынках. Они вырастают такие же толстые потом, как основной стебель. Именно на пасынках формируется почти весь урожай. Что у петруши огородника, что у лентяйки. Я 2 года билась с петрушей огородником. Я не понимала, почему я удаляю пасынки, они растут. Это сортовые характеристики вот этих томатов. Что ему обязательно нужно давать пасынки для того, чтобы отдать урожай нам. Он хочет отдать урожай, а я их удаляю. Он еще хочет урожай отдать, я удаляю. То же самое, что лентяйка. Если вы будете выращивать лентяйку, неприхотливый сорт, да, пасынковать не надо. Но пасынки не удаляйте, даже если у вас будет свободное время, и вы захотите, ну, как будто бы привести кустик в порядок. Сделать его поаккуратнее, покрасивее и пообщипать все пасыночки. Нет, до первой кисти убрали. До первой цветочной кисти все листики, все цветочки, все. Дальше вы его не трогайте, куст. Пусть он растет как хочет, и вы увидите, как он вас отблагодарит урожаем. Все, до свидания. Это был обзор сорта лентяйки. Обратите внимание, что его нельзя ни в коем случае пасынковать. На пасынках будет весь урожай. До свидания.